В одном из самых крупных восточных городов, древнем, ярком, колоритном азербайджанском Баку, собрались профсоюзные активисты сферы образования и науки из 7 стран, в том числе России, Казахстана, Таджикистана, Беларуси. Масштабный форум «Мотивировать, двигаться, развиваться» проходил с 14 по 18 апреля. Мероприятие объединило профсоюзных лидеров, готовых обсудить шаги реализации молодежной политики в профсоюзной практике своей страны. Стало площадкой для обмена опытом, площадкой, которая смогла открыть пути для дальнейшего взаимодействия. Гомельская область представляла мазырянка Марина Гусак, председатель первичной профсоюзной организации учащихся Мозырского политехнического колледжа, член Гомельского областного молодежного совета. С 14 по 18 апреля я принимала участие в международном форуме в составе делегации Республики Беларусь от профсоюза работников образования и науки, который проходил в городе Баку, столице Республики Азербайджан. Главными вопросами форума были представление и обмен опытом по работе с молодежью, обсуждение проблемных вопросов и, конечно, подготовка совместных проектов. Этот форум точно не забудется. Каждый участник не только смог представить достойно свою страну, но и увез с собой частичку солнечного Баку. Я патриот своей страны и горжусь тем, что мне представилась такая возможность представлять нашу Беларусь на таком международном уровне. Международный профсоюзный форум – это новое знание, обмен опытом, новое знакомство и, конечно, яркие впечатления. Хозяева мероприятия со всем восточным гостеприимством организовали насыщенную развлекательную программу. Команда Республики Беларусь с экскурсией посетила старый город, который занесен в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО. Также профсоюзные активисты презентовали свои страны через национальную кухню. Беларусь гастрономически представили драники, бабка и пирог из капусты. Виктория Синицкая, Вячеслав Приписнов, телеканал «Мозырь».